Решение об организации на территории нашего региона совместного российско-белорусского предприятия по выпуску лифтов и лифтового оборудования было принято в феврале этого года. Уже определено, что сборка оборудования, а также изготовление комплектующих будет вестись на площадях химзавода. «Брянск-Лифт-Плюс» взял на себя монтажные и пусконаладочные работы. Белорусы же обеспечат поставку сборочных стендов и познакомят наших специалистов с технологиями. Мы должны будем в июне завершить, скажем, регистрацию для того, чтобы это предприятие уже имело свой расчетный счет, зарегистрировалась, как и положено, в службах Росстата, скажем, налоговой инспекции, да, и так далее, и так далее. Мы предполагаем в августе месяце первый лифт уже сертифицировать, то есть провести приемочные испытания и сертификационные. Ну, это вот предварительная договоренность с нашими партнерами, в такие сроки мы должны уложиться. На первый лифт мы получаем всю 100% комплектацию от «Могилев Лифт Маша». Работу совместного предприятия решено было построить в два этапа. На первом – сборка разобранных кабин и дверей шахты для их последующей реализации на территории Брянской области. На втором этапе планируется доукомплектовать белорусское оборудование деталями и узлами собственного производства. Мы выделили, в общем-то, производственной площади достаточно в большом объеме. Более 3000 квадратных метров у нас на сегодняшний день с оборудованием, которое позволит производить комплектующие, сборочные единицы для лифтов. И, в общем-то, это позволит нам и начать, и, я думаю, в дальнейшем развивать до, ну, хорошего уровня количества и качества лифтов, чтобы предприятие было рентабельно и приносило прибыль. Кроме того, уже определены доли составного капитала, контрольный пакет акций у брянской стороны. «Брянск-Лифт-Маш» – именно такое название будет носить новое совместное предприятие. Должность директора также займет представитель брянщины. Кристина Притхилава, Евгений Титачев. События, Брянск.